Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре у нас штатное головное устройство модели AVS-090AM номер 002 для автомобилей Kia Sportage 3. Данное головное устройство имеет 9-дюймовый сенсорный экран и систему Android 4.4.2. Предлагаю взглянуть на комплектацию. В комплектацию у нас входит само устройство. Само устройство выполнено в матовом цвета темного графита корпусе. На лицевой панели у нас есть сенсорные кнопки для быстрого управления. Также здесь есть микрофон и кнопка сброса до заводских настроек. Магнитола выполнена в слим корпусе, что обозначает, что у нее нет CD-DVD дисковода. Далее здесь у нас есть главный разъем, разъем под USB провода, аудио-видео разъем, разъем для GPS-антенны и разъем для радиоантенны. GPS-антенна. Главный разъем с переходом на штатные разъемы автомобиля. AUX-провода для того, чтобы осуществить работу штатного AUX-а автомобиля. USB для того, чтобы осуществить работу штатного USB в вашем автомобиле. Разъем для кнопок на руле, чтобы осуществить управление магнитолой с руля автомобиля. Разъем с USB. У нас здесь первое CAN-разъем, разъем для управления с кнопок на руле. Его необходимо соединить с разъемом, идущим от главной фишки. Видеовход под камеру заднего вида. Три USB-провода, один из которых необходимо соединить с USB-проводом, выходящим из главной фишки, для того, чтобы заработал штатный USB-вход в вашем автомобиле. И два USB, к которым вы можете подключать дополнительно флеш-карты для того, чтобы просматривать видео или прослушивать с них музыку. А также вы можете приобрести отдельно штатный видеорегистратор под эту магнитолу, который будет питаться от USB. Далее разъем с аудио-видеопроводами. Здесь у нас идет два видеовыхода и полноценный видеовход с аудиовходами. Видеовход вы можете использовать, например, для подключения автомобильного ТВ-тюнера, либо, если у вас нет никакого устройства, которое необходимо вывести на экран штатной магнитолы, вы можете взять аудиопровода входа, соединить их с тюльпанами AUX, которые выходят из главного разъема. Таким образом у вас будет работать штатный AUX в вашем автомобиле. Также видеовыходы вы можете использовать либо вместе с аудиопроводами, либо отдельно. К видеовыходам можно подключать, например, подголовники с мониторами. Аудиопровода также можно подключать либо к дополнительным каким-то подголовникам, к навесным, чтобы транслировать аудио и на них, либо подключить их к усилителю. И гарантийная карта. Мы посмотрели с вами комплектацию для штатного головного устройства на автомобиле Kia Sportage 3. Для того, чтобы увидеть устройство в работе, посмотреть на его интерфейс и быстродействие, вы можете посмотреть наше видео, посвященное штатному головному устройству на Hyundai Solaris, начиная с 2017 года. Устройства имеют абсолютно одинаковый интерфейс, абсолютно одинаковую начинку, поэтому разница будет только в рамке. Спасибо, что остаетесь с нами, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, на которые мы обязательно ответим.